подножья гор и среди бескрайней тундры, там, где миллионами лет в глубинах планеты зрела руда, стоит город-труженик Норильск. Город, чьи дома вгрызаются своими сваями в вечную мерзлоту. Один из самых северных городов мира, где плечом к плечу живут смелые, отзывчивые и трудолюбивые норильчане, кующие мировую славу промышленного центра Арктики. Источник благополучия и комфортной жизни здесь – одна из главных промышленных компаний России – «Норникель». Почти половина жителей уникального Норильского промышленного района днем и ночью добывает руду, богатую необходимыми стране цветными металлами, производит медь и пятую часть всего мирового никеля. Чтобы предприятия стабильно работали, а город жил, необходимы надежные руки мастеров, настоящих профессионалов своего дела. И такие люди за полярным кругом есть. Норильск Никель Ремонт – это крупнейшее в России многопрофильное предприятие ремонтно-строительной сферы, входящее в состав группы компаний «Норильский Никель». Общество включает в себя 7 структурных подразделений, каждое из которых по-своему уникально. Ремонт и обслуживание механотехнологического оборудования, металлургических заводов и обогатительных фабрик, пылеулавливание и газоочистки, грузоподъемных машин – вот лишь неполный перечень объемных и сложных задач, стоящих перед мастерами Норильск Ремонта. Очень грамотный коллектив, который готов выполнить любые задачи, поставленные перед нами. И выполняли, и будем выполнять. Норильск Шахт Сервис. Скорая помощь для рудников Норникеля. Оперативный ремонт и техническое обслуживание горно-шахтного оборудования. Содержание поверхностных и подземных железнодорожных путей. Наблюдение за сдвижением горных пород в подземных горных выработках и на земной поверхности. Производство сжатого воздуха и обеспечение очистки шахтных вод. Естественно, за качество отвечаем. Нас бы здесь не было, если было плохое качество. Мы гаранты качества. Вот так. В зоне ответственности Норильск Автоматики самые сложные задачи по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту систем автоматизации. Специалисты разрабатывают программно-технические комплексы автоматизированных систем управления технологических процессов и проводят метрологическую аттестацию. Работая в обществе, это сочетание выполняется, пожалуй, на 100%. Работа очень интересная, кроме того, она востребованная. Постоянно приходится думать и учиться узнавать что-то новое. Всегда есть возможность самореализации. Проработав уже несколько лет в обществе, я ни разу не пожалела, что сюда устроилась. Норильск Трансремонт – важнейшее звено в бесперебойности транспортного сообщения предприятий Норильского промышленного района. В задачи профессионалов входит ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта, автомобильной техники, грузоподъемных машин и дорожно-строительных механизмов, ремонт железнодорожных и подкрановых путей. У нас огромные базы, цеха, в которых мы можем не зависеть от внешних каких-то подрядных организаций или чего-либо, мы можем сами себя обеспечить материалами, готовой продукцией, то есть сделать ремонт от и до конца своими силами. Ремонт зданий и сооружений, монтаж и демонтаж оборудования, капитальное строительство, химическая и антикоррозионная защита, геодезическая съемка, изготовление стройматериалов, ремонт и наладка приборов безопасности и грузоподъемных механизмов. Один в этом поле задач не воин, но ремонтно-строительный трест – это целая армия. Основной чертой нашего коллектива является готовность и способность всех работников совместно преодолевать препятствия и идти к заданной цели. За ремонт и техническое обслуживание электрического и энергетического оборудования металлургических предприятий отвечают специалисты Норильск Энергоремонта. Я благодарен обществу за то, что дает возможность специалистам нашей области развиваться интеллектуально и профессионально. Добиваться успехов в работе мне помогает спорт. Полная отдача на результаты чувства локтя помогает работникам Норильск Никель Ремонта не только быть в числе лидеров корпоративных соревнований Норникеля, но и повышать эффективность производственного процесса. Катерпиллер, Атлас Копка, Сандвик, Нормет. Специализированное шахторемонтное управление производит техническое обслуживание и ремонт технологического и самоходного дизельного оборудования рудников и металлургических цехов Норникеля. Фактически, стальные помощники горняков и металлургов здесь получают второе рождение.
Участок своего рода уникальный, аналогов в России у него нету. И что еще немаловажно, с хорошим коллективом высококвалифицированных специалистов, у которых я активно перенимаю практический опыт и получаю дополнительные знания. Надежность, развитие, эффективность, ответственность, профессионализм и сотрудничество. Норильск Никель Ремонт разделяет все ценности Норникеля, выделяя основным приоритетом сохранение здоровья и жизни своих работников. Норильск Никель Ремонт стремится к высоким стандартам безопасности труда и нулевому травматизму. Мы понимаем, что достичь нулевого травматизма невозможно без вовлечения каждого работника в процесс производства, в процесс обеспечения безопасности работ. В обществе мы своими силами сделали полигоны по обучению работ на высоте, классы изоляции источников энергии, классы обучения и оказания первой помощи, классы обучения стандартам. Процесс обучения охраны труда носит непрерывный характер. Это практики лучших мировых компаний, к которым относится Норильск Никельремонт. Норильск Никельремонт сегодня – это современное, динамично развивающееся предприятие. Мы обладаем новыми технологиями, огромной многопрофильной ремонтной базой, уникальным опытом мастеров. Все это позволяет нам решать любые поставленные задачи для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы одного из самых крупнейших горно-металлургических предприятий мира и уверенно смотреть в будущее. Но главное, у нас есть профессиональный, дружный коллектив, где каждый отвечает не только за качество своей работы, но и за общее дело, за успех родного предприятия. Мы надежные руки России.